Дженни, все дело в том, что ты... Ну и как ее зовут? Джейн. А ты ей не нравишься? Она нравится мне платонически, как друг. Я знаю, что означает платонически. Я хоть школу еще не закончила, но я же не дебилка. Дэйв очень хочет Джейн. Дэйв потрясающий. Он постоянно поддерживал меня, когда я крутила романы со всякими козлами. Обри с Ронни. Парни, вы пока еще далеки от реальности, но поживите с мое и поймете, внимание заслуживают только деньги. Те, кто изобрел фразу «всегда нужно оставаться самим собой», явно не подумали о Ронни. Но уикенд только начинается. Ронни, похоже, клевый парень. Правда? Нет. Не то чтобы. То есть, я не могу сказать пока. Фильм конкурсной программы кинофестиваля Sundance 2012. Что? Копы приехали. У каждого это бывает в первый раз. У тебя еще не было секса? Честно? Нет, соври мне. Нет пока. А у тебя как с этим? Не твое дело. Думаю, мы могли бы просто полежать вот так минутку. Дорогая, просыпайся, почти 11. Я через минуту! Что теперь? Прыгай. Ты в порядке? Нормально. В этом январе. Секс с Ронни. Ты не можешь лишиться невинности с ним. Почему нет? Девственность не сокровище, которое я буду охранять, пока не встречу правильного парня. И знаешь, Ронни в этом плане надежен. Второго шанса не будет, когда это у тебя в первый раз. Моя невинность для тебя. Я таких, как ты, никогда не встречал. Правильный ответ. Брит Робертсон, Дилан О'Брайен, Виктория Джастис. Первый раз. Я бы просто хотел вернуться к началу. К началу? К вечеру пятницы, то есть? Скоро на экранах.